și primarul municipiului Bălți, domnul Alexandru Petkov. Bună ziua, bună ziua, stimați jubilear. Știți, astăzi eu cred că n-am să dau greș dacă îmi se spun că sunt cele mai emoționante în permanență cuvinte care le adresez aici în primărie și aici în oraș. Pentru că ne priviți de la înălțimea experienței dumneavoastră, de la înălțimea a tot ce ați făcut dumneavoastră în parcursul vieții. Сегодня, на самом деле, и день такой выдался, знаете, и такой прохладный, и немножко с дождичком, сейчас чуть дальше будет солнышко, ну прямо как вся жизнь, знаете, так, в один день. Думаю, что никто из вас не скажет, что это что-то не так. И так или иначе, мы сегодня чествуем вас, вас, уважаемые юбиляры, те, кто по прошествии десятилетий пронесли уважение друг к другу, любовь, опыт и любовь к вашим близким, к детям, внукам, правнукам. Каждый из вас оставил замечательный след в истории нашего города. Я хочу сказать, что город гордится вами, каждым из вас. И от меня лично, от всего города, мы сегодня чествуем вас. И поздравляем с вашими замечательными юбилеями. Это ваш день. Это ваш день, когда, ну, вы прошли через все, как все люди. Через невзгоды, через любовь, но прошли через это с чувством, которое вы пронесли через эти десятилетия. Вы прошли через это испытание жизнью, самыми, думаю, наилучшими воспоминаниями. И думаю, что, и даже больше, чем уверен, благодаря таким, как вы, у города есть будущее. Я еще раз хочу поздравить каждого из вас, пожелать вам долгих-долгих лет жизни. Будьте здоровы, счастливы, счастья вашим семьям, детям, внукам, правнукам. Ламул, сламул, царь. Большое спасибо за прекрасное пожелание, радость юбиляр.